утро. Семья. Егор, я же просил тебя не вылезать на крышу. Почему нельзя это делать в комнате? Потому что экосесма – это древняя традиция. Его танцуют исключительно на крыше. Иначе вся магия пропадет. Все, пап. Спокойно, ем кашу. Тихо, как ты любишь. По поводу подготовки к ЕГЭ, мы вернемся к теме дуэлей. И поговорим не только касаемо Пушкина, но и возьмем произведения Лермонтова, Куприна, Чехова. Все, урок окончен. Ольга Васильевна, у меня с этим сочинением просто проблемы. Я очень боюсь завалить. Кого завалить боишься? Если меня, то не бойся. Вали. Погибнет рыжая лиса, настанет черная весна. Блин, Мел, ты опять? Чего опять? Круто! У чувака сейчас был прощальный разговор с любимой девушкой. И тут он понимает, что у него живот скрутило. Я не знаю, от нервов там, еще от чего-то. Съел, может, что-то не того. И тут он просто убегает, она остается в недоумении. Он залетает в сортир, облегчается и выдает. Черная весна. Круто! Без слез история. Ну реально. Реально. Пацан, поэт, настоящий поэт. Таких в наше время уже нету. Вот, смотри, я собираю его стихи, всякие заметки, записи. Вот это мне очень нравится. Черная весна наступает как сон, за которым мы умрем вдвоем. Успокойся уже. Затрахала твоя оригинальность. Ой, шепни еще что-нибудь на ушко. Анжел. Ничего. Ничего. Тихо. Слепой, ты же не совсем слепой. А вы барана не видели, она куда пошла? Видели, ее пастух в поле погнал. Время-то уже обеденное. Ты че? Да че ты не заценил мой искрометный юмор? Тупой. Ты слепой, лучше братику своему скажи, чтоб мне порнушку не слал. Вот он точно тупой. Барана твоя в туалет пошла курить. А? Что, это Рауль тебе порно засылает? Ну да, мудак конченый. Мел, давай покурим лучше. С этими овцами нормально не покуришь. Две темы. Пацаны, кто у кого и кому чего. И шмотки. Больше тем нет. А чё пацаны-то? А чё пацаны-то? А чё пацаны? Чё пацаны? Чё пацаны-то? Наломай наш союз, а? Это так прикольно, что мы можем с тобой все перетереть. И жопу твою мять никто не будет. А можно хотя бы нас поцелуй? Все, папа шофер подъехал. Давай. Созвонимся. Здорово. Чё, как Лилёк? Согласилась? На что? Ну, на минет хотя бы. Слышь, во-первых, для тебя Ольга Васильевна. Ага, слышь, во-вторых, она мать. Рауль, из-за дел пацанчика ты тоже решил, да? Оставь тетеньку в покое, ей и так херово. Она вроде не дура. Тоже на этого Раульчика повелась. Я вообще не понимаю, как у них мозги так, сука, устроены. Он же тварь конченая, всем это ясно. Ну, красивый.
Опа-на! А дружбан-то у нас в мужской красоте начал рубить, да? Ля какой? Сегодня затирал про эту тему голубую с Дантесом и как его? Как его звали, этого второго? Гёкерин? Да, с этим Гёкерином, блин. А чё? Чё, кстати, это реально было? Да реально, я тебе говорю, Гёкерин установил Дантеса, тому уже за 20 лет было. Ну, а этот, как его, там, слухи, короче, педерастия, предварение канала, все дела. Ну, вот он и затеял всю эту дуэль с Пушкиным, блин, чтобы подозрение отвести. Вот так вот. Пушкина, получается, пидорасы завалили? Походу, да. Получается, что так. Мы с отцом, кстати, новую линию штруделей ввели. По австрийской технологии, там, разного вида тирамису готовим. Тебе вот реально это интересно? Ну, да. Вот мы сейчас с отцом, кстати, рекламу новую замутили. Должно прям четко всех воткнуть. А там сюжет есть какой-то? Или какой-то? Помнишь, у вас 2 года назад что-то такое было? Как этот крем из трубы, как говно вылазит. Нет. Здесь все стильно будет. Клиент в кафе заказывает пирожное «Фантазия». Ну, ты знаешь, оно с творогом. Вот, а девушка-официантка приносит ему, он его съедает, и у него возникает фантазия. Эта девушка превращается в русалку. А, еще? Нет, а там дальше будет слоган «Разбуди свою фантазию». Тут просто важен стиль, как это будет снято. А что, все наши девчонки на русалку побежали пробовать? Наверное. Но если бы я выбирал, то я бы выбрал тебя. Может, в Вась зайдем? Он открылся. Поедим нормально. Нет, я домой. Который мы уже заказали, нам понадобится что-то типа небольшого банкетного зала. Но про банкетный зал вы не говорили, я извиняюсь. Ну, сейчас говорю. Нам же надо где-то кастинг проводить. Вы что, не видели рекламу на своем телевидении сегодня? Нет. Даже ну что, ты долго клопа ебать будешь? Наш режиссер Роман. Короче, я срать хочу с самого утра. Да ты меня поселишь, и потом всей этой мудянкой будешь заниматься дальше. Ключ давай. Давай ключ, ключ. Владислав, оформите, пожалуйста, в первую очередь нашего режиссера. У него должен быть люкс. А остальное уже потом. Пап! Привет! Классный рубашка. Ты меня на свадьбе был? Видишь, я немножко занят. Извините. Сын, симпатичное лицо. Приходи к нам на кастинг. Парни нам тоже нужны. Здесь, пожалуйста, распишитесь. Я вам не по карману. Буду ждать. Ладно, ждите. У вас прекрасный 508 люкс. С 7 до 10 завтра, красная дверь. И вот еще Wi-Fi. Чемодан. Так. Че, кино, да? Мультики. Да ладно, хорош прикалывать. Про что? Про пирожное. А, реклама, блин. Кондитерская фабрика господина Кудинова. Я тут пробовал, кстати, их фантазию с творогом. Реально, нахуй. Кстати, на эту тему. Если надо, что могу дать на пробу. По кайфу будет, завтра еще подвезу. Спасибо. А эротические сцены будут? Я еще очень свободный и сексуальный. Я заметила. Кирюш, с паспортом подойди. У тебя обалденная фигура. Правда, ты мне веришь? Очень красивые волосы. Просто шикарные. И единственное, чего тебе не хватает, тебе нужно расслабиться. Ну, ты же русалка. А русалки, они что делают? Они сводят с ума. Они соблазняют. Просто сведи меня с ума, соблазни меня. Хорошо? Как? Ну как? Ну как? Ну как? Как девочка? По-женски? Ты представь, что я твой бойфренд. Давай. Готова? Поехали. Хорошо.
вот-вот-вот уже что-то такое начинает вырисовываться. Можешь даже немножко добавить. Да. А теперь садись на подлокотник. Ага. Ногу на ногу закинь. Да, хорошо. Хорошо. Теперь смотри на меня и возьми резко так волосы. Вау! Каскадом. О, красиво. Хорошо. Спасибо. Молодец, можешь подождать в коридоре. Спасибо. Не, ну, хорошая же девочка. Ты про что, блин, сейчас? Ты видела, она смотрит. Смотрит, как в унитаз. Почему у тебя раскоряка на раскоряке на раскоряке? Просто вот хотя бы, миленькой, хотя бы ни одной нет. Короче, иди ищи, как, сука, хлеб ищут. Ром, во-первых, что за тон? Я так работать не привыкла и привыкать не собираюсь. Во-вторых, ну, да, девочки какие есть. Ну, блин, это же первый день. Да у нас завтра съемка, первый день. Завтра, Короче, прошерсти мне весь этот городок, я не знаю, секции, театральные студии, кружки, спортивные какие-то, все что угодно. Найди, мне! Че, малолеток раздевать будем? Да у нас топлешь, Даш! Кого ты здесь хочешь испугать сиськами голыми? Они здесь 10 лет все трахаются. Окей, если ты так видишь. Да, я так, сука, вижу. Так, Даш. Так, точка. Фу. Ну ты бы его хоть на минуту-то отложила. А то как уперлась с него с утра, так до самого вечера. Ну а куда мне смотреть? Ну на кусты смотри хотя бы. Там смотри. Ты с кровью будешь или как? Я на ночь мясо не ем, ты знаешь. Ну, телятина, прям с рынка глянь. Прям как твоя попка. Тём, отстань. Духан тут у вас. Я сменяемся и зашлась. Па, дай кусочек. Вот это я понимаю. Подход. Слюна пошла. Все, ешь, как в джунглях. Жрите, Холестерин уже у кого-то и так зашкаливает. Да ладно, один раз живем. Воды пивка. Алло, Ну-ка, не присасывайся, школьница. А вы что так расхрохорились? А мы сейчас еще и в бассейн пойдем купнемся. Сдурел? Хозяйство свое застудишь? И чего мне тогда делать? Пань, пережаривай, как ты хочу, с кровью. Может, это как его? Медиум? Не, я с кровью хочу. Ну вот, держи прям так. Вот, умница. Можешь хоть немного общаться без мобилов этих, а? Ты чего, на кастинг не пойдешь? Это кино, кстати, у меня в гостинице живет. Не возьмут. Ой, кино нахер. Угу. Всю жизнь мечтала сняться в рекламе пирожного. Ты же хотела, типа, модели, актрисы. Шоу-бизнес, короче. Рекламировать продукцию кондитерской фабрики «Белая акация» — это не шоу-бизнес. Это параша мясного разлива. Какие мы гордые. Если бы не твои годы, я бы сразу побежала, даже не думая. Я даже не сомневаюсь. Уже бы там была. У жопы бы крутила. Хорош хамить. Прожевывай свое мясо лучше. А мяска-то хочется. По глазам вижу. Что там завис, а? Пойдем с нами. Там Хэнк такой байк сварил, зверюга вообще. Моя душа такая черная, а нервы будто на избытке. И я вообще такая спорная, рисую для тебя открытки. Я подпишу там в уголочке. Парфюм с
свяжу носочки, черкну тебе четыре строчки, разочарованно вздохну. Смотрели. Надо брать, что есть. Да, а что у нас есть? На жопе шерсти. Это вертопол куреди. Входите. Есть все-таки Бог на этом свете. Ку-ку! Есть там в домике! Здорово, дядь Саша. Да вот заколебался. Так, аккуратнее там, пальцы не прижги. Я на минуточку. Передохну и в путь. У вас пивка случайно там нет? О! Устроились, ничего. Сан-Франциско, ёпть. А ведь раньше, друзья мои, это была святая святых, богема, джаз, коктейльчики. Леня Федоров вот на этом диване с водочкой. Это что? Да вы что? Аукцион! Вообще откуда прилетели, блин, тварщики, а? Дядь Саш, это ж когда было, нас еще на свете не было. Пойду с меланхоликом перетру. Хорошо смотрится, опасно. Вы, сэр, имеете шанс уйти из жизни, дать аттестат зрелости. А у меня все под контролем. Здорово, дядь Саша. Я когда вот этот Диснейленд открывал, тоже так думал. Бизнес-план, блин, все такое. Однако, видишь, она как развернулась. Да, падение, сэр, бывает очень болезненным. Не советую испытывать судьбу. Но тебе еще пригодятся. Ты ведь здесь не останешься, как они. Твой город Питер, чувак. Не знаю. Твой, однозначно. Там все такие. Какие? Ну, одноразовый. Раз и нет уже. А тут, блядь, живешь, и хер я знает, когда это все закончится. А там тоска так тоска, любовь так любовь, пиздец так пиздец. Ну я тогда, по-моему, не уезжал оттуда никуда. Это ж реально питерский базар, чувак, реально. Там же расчленён каждый день. В канале Грибоедова опять трупак всплыл. Твой город, чувак. Однозначно твой. Ну, давай, Энджи, за тебя. Скажи, чем ты мне так сразу понравилась? Чем? Не знаю. И я не знаю. Но член сразу стал. И у зрителей, поверь, встанет. Иначе, нафига вообще всю эту бодягу мутишь? Чтобы какая-то обезьяна мне там, знаешь, с экрана рожи порчила. Все должно быть по чесноку. Что это за дерьмо? У вас тут нормального вина нет? Есть, но оно не наше. А чье?
французская и итальянская. Угу. Тебя завтра на студии порвут. Будешь на кастинге бегать, как на работу. Только главное, ты запомни, что Роман у тебя был первый. Ну, в смысле, режиссер. Бойфренд? Да нет, так. Тогда предлагаю выпить на бурдюшафт. Смотреть будут пирожные. В принципе, они их должны жрать, как подорванные, а смотреть они будут на нее. А в этом смысле прекрасно. Пока. Стоп! Ира! Ира! А что? Все хорошо. В монитор смотришь, нос красный, волосы поправь. Стоишь, кокетничаешь. Работать надо на площадке. Фуй! Блин, перекрывают твое... Очень красивое лицо. Ладно, нормально. Так, встань, пожалуйста. Ага. Вставай, покажу. Так быстрее будет. Давай, садись. Оп. Смотри. Первый кусок. Сидишь. Вместо официантки приходит русалка. Ты охуел. Я уже склеил, походу. Ты хорош. И он так принято, бро, это вообще норм. Это что, из Голливуда вчера прилетел? Облапал ее всю уже. Ты тоже нормас, да, Хинкалина? А если бы твою тёлку так? Да она сама в кино захотела сниматься. Сниматься? Он ее обслюнявил уже с ног до головы, тварь. Можешь поправить прядь. Можешь дотронуться до лица, проскользнуть рукой по груди. Только... Да? Дальше. По коленочке провел, за бедро. Люби ее в кадре. Да? Давай. Сюда. У тебя немножко привстал. Понял? Давай. Поехали, готовимся к команде. Приготовились к съемке. На исходные. Мотор камера. Сцена 5, кадр 2, дубль 27. Начали. Здорово, сын. Привет. Слушай, сколько раз тебе говорил, что я тебя с Кисловым больше не видел. Ну, что ты вводишься с этим? Ты ему год до колонии остался, на учете стоит. Ну, что, ты не знаешь, что он Генке в зубы товар толкает? В прошлом месяце его взяли, просто отпустили, сучок. Он вообще не знает, что по жизни хочет. Ничего не хочет. А надо хотеть.
Надо. Завтра школу закончишь. Че, куда? Тебе в менты. Таким же долбоебом? Че, больше ничего не можем, да? Да, Лопат, я тут на съемках. Да, 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 все круто. Но Танжела только не очень. Да, много дублей запорола. Ага. Как смотрится? Не, смотрится супер. Да, да, да. Угу. Давай, занимайся. Все в порядке, в общем, не волнуйся, Анжелка супер. Все будет хорошо. Илюша же, он по части кино просто псих. Так что все да, получится. Анжелка просто задергалась. Говорит, буду стесняться. Короче, не буду тянуть кота за яйца. Хочу тебя в мэры пропихнуть. Ты как? Тут интересно. А Семёныч куда? Да он все, спекся. Не отвечает потребностям. Ну выбор-то уже все, вот, на носу. Да не ссы ты, господи. Вся команда заряжена. Семёныч, он уже, понимаешь, как это теперь? Мемом стал. О, а ты... Человек с харизмой. Бизнес у тебя позитивный. Конфетки, бараночки, семья. Ну, людям-то не странно будет? Да никаких проблем. Предвыборная гонка. Чё там? Семён сошел. А тут раз, новая личность. Интрига у народа, перспектива. Свет в конце туннеля. Петик, сука, Петик! Все, стоп! Стоп! Всем спасибо, снято! Съемка окончена, дорогая группа! Цветы купила? Так договаривались. Сами, сами тащи цветы. Ладно, что тут смотреть? Все, камень в сумку. Надо с оператором насчет товара перетереть. Ты охерел? Бдительная, сука. Ну ладно, что, оператору у гостишки перехватим. Да ладно, бро, ты чего? Ну это ж Анжелке просто по кайфу сниматься, и все. Да, что ты хочешь, главная роль? Ну? На ее месте любая бы заторчала. Да ладно, что, давай по пивку возьмем. Через пару дней этот Спилберг сдриснет отсюда, и считаю, все забыто. Добрый вечер. Их в ванну. Будешь лежать там среди цветов, как Офелия. Прижив Элиты, сука, обожаю.
Алло. Алло. Анжел, привет. А как ты? Отлично. Устал немного. Спать охота. Ты только не засыпай, не засыпай. Слышишь меня? Там очень-очень-очень страшно. Мел, ты думал, что ли? Нет. Пузырики исчезают, газики испаряются, шампусик превращается в мочу. Пока, Мел, не переборщи там с травой. Анжел! Все, пацаны, шоу-бизнес проперся по полной. Еще хотят взять. Я даже авант, сука, малек, выторговал. А что такое? Что случилось? Помер кто-то, пока меня не было. Сюда, Игорь, хрена. А долго там? С этим. Хорошо. Мы хохни видим. Точнее? Там на рейтинге в нарезке? Да. Да не может Анжелка с этим Спилбергом обрыгать. Пойдем Геночу Слатинову возьмем. Что тут делать, бро? Да. Слушай, малыш, ну слава богу, досняли мы сегодня этого хрень кондитерскую. Ну да, малыш, ну я скучаю, конечно. Че там, Сашулька спит? Ну-ка, дай трубочку. Малыш, привет. Привет, мой хороший. Скучаешь по папе? И папа очень скучает. Да, через денек приеду, чего тебе привезти? Пистолет. Ты мой маленький гангстер. Хорошо, хорошо. Ладно, давай маме трубочку. Угу. И я тебя люблю. Слушай, малыш, здесь магазинов нормальных нет вообще. Ты купи ему там пестик, а я подарю, ладно? Блин, малыш, ну какие тёлки? Ну ты чего? Чего ты говоришь такое, блин? Чего ты говоришь такое? Героиня? Ага. Ты смеешься, нашли, да. Что-то похожее на человека. Ладно, я тебе, в общем, покажу. Давай, я тебя люблю. Пока. Я убью его. Стряслось? А? Че, кисуля? Менты за жопу взяли? А? Не кипишуй, у нас в этом смысле все нормально, это другая тема. Надо, чтобы Мела отпустил. А что такое? Это что за мужик на Анжелке? Режиссер. Он ей роль дал. Нормальная роль. Вырубил. Погоди. Я же сказал, выруби это нахер! Сука!
Чего ж вам кинцо врубить какое-нибудь? А что есть? Ничего, вы любите веселое. Не, по-братски, давай не весело. Братан, у меня нет больше ничего. Ты знаешь, вот знаешь, в чем самая засада, братан? То, что я сам над этими комедиями начинаю угорать, прикинь? Вот так вот сидишь целый день. День второй смотришь, потом третий, а потом через год у тебя начинает кукуху подрывать, понял? Я вот думаю, что это такое вообще? Это ген-звоночек, ранняя деменция. Mm-hmm. А я, кстати, сейчас не против вообще было, чтобы... Ну, чтобы не помнить там никого, не знать вообще такого. Прострация. Братан, mm. А если мы этого твоего режиссера закажем, а? Ну, дядька, у кого я затариваюсь, короче, ну, он сам проблем не решает, но у него люди серьезные есть, могу поинтересоваться. Mm. Да нет, спасибо, Ген. Мне он живым нужен. Что? Глаза в глаза через дуло пистолета. Геныч, а ты знаешь, как Пушкин помер? На дуэли. Да, с кем? С Дантесом. А Дантес кто? Француз? Ну не только. Масон, что ли? Отсасон! Ты что залип? Расстроился? Слушайте, пацаны, а мне тут одна идейка пришла. Ну, насчет дуэлей. На ледяных пистолетах? Короче, мне нужно будет 5-10 минут. Ваша задача, пацаны, выманить его на улицу, как угодно. Понятно? Киса Хэнк. Перепрыгайте через забор, там сарай с курицами. Пошумите, попинайте его. Короче, надо, чтобы он вышел, это понятно? Самое главное, не ссать. Батя, скорее всего, выйдет с охотничьим ружьем. Но патронов у него нету, стопудово их нет в доме вообще, понятно? Самое главное, Мел, будешь стоять у ворот, я выбегу, типа, я испугался. Что происходит? Надо симпровизировать нам драку. Не даст, тебя так топором не затубит. Все, хорош мусолить, давайте. Погнали. Фары, Хэл. Я выключу. Кто? Я, бать, открывай. Гена? Да, да, я. А чё голос не твой? Бать, да чей еще голос может быть мой? Открывай. Один ты? Нет, бать, я и мой член. Ты шутки здесь шутить знаешь? Уже Галкин их вон. Залезли среди бела дня, долбанули по черепушке и вытащили там компьютер, телевизор. Слышь, Гендос, а ты что приперся вообще? Денег у меня нету. Были бы, не дал бы. Бать, я навестить тебя приехал. Че, не могу навестить, что ли, отца родного? А? Слушай, ну че ты юлишь-то, ты хитрая жопа, навестить папку? Ну, ты, наверное, забыл, ты когда меня последний раз навещал. А я вот помню, перед Новым годом привезли обдолбанным, фу! Сгрузили, как дровами. И кто здесь с тобой вошкался, между прочим? Да помню я, бать. Все я помню. Давай. Слышь, Гендос, че бы у тебя там не вот... Дом продавать я не буду. Ну и красавчик. Я тоже за что его продавать. Батя, ты вообще как здоровье-то у тебя? Не болеешь, не? Ага, не дождешься ты. Болею. Чем мне когда болеть? Я утром 150, весь день забот полон рот. Куры, гуси. Ну, давай. Сынок. Тихо. Да давай, давай, давай. Ты что, бать? Тихо, я сказал. Что такое, бать? Бать, ты что? Пиздец, сынок. Пришли ко мне. Да ты что, бать? Это от ветра скрипнуло. Перестань. Вон они у сарая гондоны. Кто? Кто, бать? Хорош, нет там никого. Бать, это что такое? Ты где патроны взял? Купил по случаю. Вот и случай, сука.
Ты что, бать, да это мелюзга какая-то. Зачем стрелять в нее? Я их сейчас сам разгоню вениками. Бать, перестань, ты хорош. Мелюзга. Ба! Крупная рыба. Бать, стой! А ну-ка отошли от царапи, дармоты! Сейчас положу как-то кроликов нахер! Пацаны! На место положил? Ну и падла же ты, гиндоз. Бать, вот нахер тебе жить, если ты батю родного под черепу долбишь? Бать, прости, ты мне все равно эти пистолеты просто так не отдал. А может, батя отдал бы. А так теперь, что мне с того сучара делать? Завалю тебя нахер, а потом себя. И пути нет другого у нас. Бать, как нет другого? Давай я сейчас аккуратно это все на место положу. Мы с тобой коньячок выпьем, да? Да на поминках будут коньячок за нас с тобой пить. Короче, решил я. И отступать нельзя. Бать, какие поминки, ты чё? Пап, мы еще с тобой цесарок разведем. Ты сюда! Ты будешь всю жизнь говно жрать, блядь! Фермер, ты сука хренов! Пацаны! Погнали! Получилось! Идеально, но получилось! Давай, бегом, бегом! Прикинь, брата, брат, чердака достал. У меня ж батя в 90-х кровельщиков работал, а как все закрыли, так он их стырил и спрятал. Я вообще, Кирилл, думаю, как он вообще не засал это, понял, блин, ховать туда. Я говорю, бать, давай их толкнем куда-то в натуре, что ты гонишь? Он говорит, нет, ты что, я не хочу на нарах провести все остатки жизни. А, реально дуэльные? Ага. Офигеть, это ж гарнитур. Да, у меня батя тоже их так называет, там еще на этих волынах, понял, номера 1 и 2. Ген, ты что же это хочешь? В смысле? В смысле за пистолеты? А, братан, панки за справедливость! Про бабки потом поговорим. Давай сначала сделаем, как ты там говорил. Глаза в глаза, через дуло пистолета. А? Слышь, что ты целишься, а? Где твои грязные деньги? А ну-ка отдай мне грязные деньги, а!
Нет. Мне нужен вот такой крупный план вот этой приторной херни. Крупный. Ну, с рукой, да? Без нее будет тупо. А с рукой какая-то охуенная метафизика, да? Да не, не метафизика, Ром. Я представляю, что официантка ставит пирожное в кадр, и это как бы искушение. И мы так плавно наезжаем на нее крупнее. Привет, Роман. А мне в костюм русалки или официантки переодеваться? Ты можешь вообще не переодеваться, только рука нужна. Ну, рука официантки ведь. Нет, блин, барона Мюнхгаузена. Даша, чего мне актриса с утра крякает мозг? Что он делает, что моя хорошая? Я просто просила, что не переодеваться. У меня надо спрашивать, что одеваем на девочку? В официантку. Будем видеть по локоть. Пойдем, мой хороший, мой красинчик. Рома, твою мать, что, прошла любовь, завяли помидоры? Потактичнее можно как-нибудь? Массовку не разводи, блин. Моралистка. Саная. Минуту внимания, сейчас будем снимать вас. Простое движение прогулочным шагом по набережной. Главное делать все по команде и не смотреть в камеру. Так, я тебя помню. Как тебя зовут? Егор. Егор, ты будешь у нас главной фигурой. Ты в ожидании любви, предчувствии неожиданной встречи. Смотришь, но не в камеру, в легком поэтическом возбуждении. А почему это именно он? Я вообще-то тоже себя так чувствую. Могу и показать. Пупсик, ты мне все это после смены покажешь. А сейчас давайте на исходные, готовься к съемке. Все, перфект, перфект, Дашуля, умница. Все, готовимся к съемке. Задрота своего на 2 секунды позже запускай и ближе к камере. Все, готовимся. Сейчас делаю. 2 секунды после начали, пойдешь. Массовка пошла. Что происходит? Ты этого дебила из дурки выписала, что ли? Стоп! 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 Ну, красивый мальчик, сейчас поправим. Давай задачу ставь! Егор, ты же сниматься хочешь? Тогда давай, как договаривались, у камеры не останавливаемся, в нее не смотрим. Понял? Ага. Можем снимать, массовка на исходные! Так, повторяю еще раз специально для тех, кто серфер, блин! В камеру не смотрим мы! Куда угодно смотрим, в жопу соседу смотрим, а в камеру мы не смотрим. Понятно? Спасибо. Приготовились к съемке, мотор, камера. Камерка идет. 7-1-2. Серферы, пошли, начали. Оп! Оп! Шлюпок, ты что творишь? Ты ни хера не помнишь, что тебе сказали. Вали отсюда. Да вали отсюда, я тебе сказал. Я требую сатисфакции. Вечером пришлю секундантов. Ром, 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 успокойся. Успокойся, бери его. Бери его нахер отсюда. Иди, иди. Даша, 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 не надо меня ждать. Я вас догоню, приду попозже, хочу пройтись. Это потому что вы меня достали. В бар. Послушай, а куда вы еще можете идти? А ладно, буду идти быстрым шагом. Но за это ты делаешь топлес. Даже так. Ладно, тогда бегом. Давай, давай. Морген, что в переводе означает «добрый вечер». Вы же режиссер Роман, все правильно? Да, мужики, вы опоздали, все, съемки закончились, завтра уезжаем. Мы не по этому поводу, Роман. Наш друг сегодня был оскорблен вами на съемочной площадке. И он, как, сука, это слово? Уполномочил. Да, блин, уполномочил вызвать тебя, Роман, на дуэль. Очень интересно, кто же это? Егор. Егор? Егор-то из массовки? Серфер, что ли? Такой... худой, который мне пощечину мазал. Блин, так он был на каких-то препаратах. Короче, ты его оскорбил, он сделал тебе вызов, и ты обязан этот вызов принять. Из массовки он или еще откуда-то, насрать. Мужики, я не знаю, чего вы употребляете, не мое дело, мне насрать.
Ну, я, честно говоря, вот этот ваш подростковый юмор, ну, вот не понимаю вообще. Дай секундочку. Дело в том, Роман, что вот эта вот девушка, она любимая девушка худого из массовки. А ты ее вчера трахал, а потом еще жене своей звонил, гнида. Сю-сю-му-сю. Спокойно, кис. Так, чуваки, давайте сейчас все успокоимся. Вы что хотите, бабок? Дуэль на пистолетах. Вот что мы хотим. Слушайте, а давайте вы вашим стафом меня угостите. Потому что я вообще не въезжаю. Вот серьезно, как вы себе это представляете? Я взрослый человек, у меня жена, дети. И тут вот эта вот дворовая романтика. У тебя, семенин, нет другого выхода. Либо мы видос сливаем ментам, либо отцу Анжелкиному, бабичу. Тебе полюбасу хана. Она малолетка, режиссер, ты в курсе? Ты знаешь, что с такими на зоне делают, а? А если бабич узнает, он тебя сам, сука, на этом пляже на карачке поставит. Погугли, баклан, сразу посидеешь. Так, тогда все-таки предлагаю вернуться к вопросу о бабле. Завтра в 7 утра мы ждем тебя в Рыбачьей бухте. Слышь, Гена, твой доктор, он сам-то сейчас не откинется. Уж ломает по-черному. А что делать, другого не было? С Антохом на хмуром сидит. Я вообще ему вчера, когда позвонил, понял, сам застремался, думаю, может, Антохи нету. А он вон, живой. Я ему кайф достал, короче, раскидал чуково. Он даже этот прихватил с собой инструменты, там ящики. Где Спилберг? Еще минут 10 есть у нас. Кис. А? Кис, слушай, а ты это... А ты водку, типа, на рыбалку взял? Ну, типа, если что, то труп притопить, нет? Ну, типа, пару камней, веревка и все, скинули. Не, ну да-да, чтоб по-честному все было. Ну, аж так, типа, для разводилова, ну, вообще. Какого разводилова? Ну, как какой? Если этот Роман деньги предложит, мы что, не возьмем, что ли? Слышь, дуэль тебе нихера не сделка, ты понял? Слышь, я понял, не накаляйся, я сам на нервах сейчас, понял, а-а-а. Нет? Все, пацаны, вон идет. Там дорогу, короче, развезло. Блин, водила застрял. Пришлось идти пешком. Парни, простите за опоздание. А это вот это вот все зачем вот это? В общем, пацаны, я... Фу.
Я, в общем, всю ночь не спал. Думал там всякое. Это однозначно косяк. Каюсь. Но ведь кто без греха, ведь так? Егор, ты вообще правильно мне врезал? Приехал какой-то хер с горы, еще девчонку соблазнил. Да я сам из глубинки. У нас бы за такое сразу ноги обломали. Ну вот, у нас даже круче получается. Да, у вас круче. Да, конечно, круче. Я поэтому и... Поэтому хочу у тебя попросить, Егор, прощения. И заочно у Анжелы, конечно. Прости меня. Охренеть, а? А компенсация? Компенсация? Парни, вообще, конечно, не вопрос. Сколько надо? Ага. Полтинник? А? Нормас, чё? Пивко с вискариком, пиццы заживали и помирились, да? Слышь, а почем нынче девственность, Спилберг? Полтос и дальше поехали. Пацаны, я правда, я даже предположить не мог, что она... Ага, слышь, что-то ты не сильно расстроился, когда со своей женой по телефону сюсюкался. Извините, просто извините. Я правильно понимаю, что ничего не будет, да? А, Ген, можете я на секундочку? Пожалуйста, пожалуйста. Будет. Я не принимаю извинений. Чё застыл? Столы доставай. Сейчас я их буду при вас заряжать, чтобы вы удостоверились, что в пистолетах нет абсолютно никакой разницы. Не, пацаны, мне это не. У меня же семья, мне. Слышь, раньше о них думать надо было, семьянин. Поскольку с вашей стороны нет секунданта, я могу им быть и проследить, чтобы все было по правилам. Значит так, правила такие. На счет три противники сходятся к барьеру. Барьер – это пицца, до нее 5 шагов. Можно стрелять сразу, можно дойти до барьера. Главное его не переходить. В общем, схема классическая. Пушкин с Дантесом. Пистолеты заряжены, вы увидели, как я это делал. Можете выбирать. Так, все, расходимся по позициям. Давайте. Держись, бро. Держись. Если что, скажи моим, что я в Питер еду. Лады. Вот твоя позиция, Спилберг. Ствол не опускай. Свалил нахер. Сгонимся на счет три. Раз. Два. Thank you.
Садят влажные артерии, 3-4 минуты еще. Вечером пришлю секунданта. Пистолеты реальные, 19 век. Панки за справедливость! А как насчет клуба? Типа как бойцовский, только дуэльный. Предлагаю назваться «Черные весла». Живем коротко, но ярко, да, пацаны?